тебя пошло, быстро дело у меня. Все наши ребята, это люди с большим опытом. Люди, которые работают рыбаками, но это, наверное, даже не профессия, а призвание по жизни. Многие участники наши это рыбаки, потомственные рыбаки, которые сегодня продолжают дело своих дедов и отцов. И поэтому мы с большим уважением, с большой благодарностью сегодня говорим им низкий поклон и спасибо! Но мы болим за своих, кто болит за Иннокентия Колесова! И, конечно же, Дмитрию Евдокимову мы плутные. Но мы видим, что очень быстро и очень красиво ребята справляются с заданием. Все подготовились. Посмотрите, какие острые у них.